Реализация книга «Цена тишины». Так, Окман. Ну, будешь любимой бамбуковой шляпой пока что. Здесь обязательно нужна фиолетовая слеза и поменять здесь странички, пока я не забыл. В дробящем убрать. Вот это. Максимальное значение следующей кости, фига себе, там интересная штука. Одно усиление в следующем действии, два усиления при ударе, 7-12. Понял. Восстанавливает один света, но сам по себе такой себе ударчик. Можно просто поставить. Блин, долго думать не хочу. Дым нет. Долго думать, и думаю очень долго. Вот эту штуку? Нет, сбрасывать все страницы из руки. Пак! Три усиления. Ладно, звучит неплохо, на самом деле. В защитной стойке я бы еще что-нибудь поменял. Слишком много вот этих вот контркубов, которые практически ничего не контрят в итоге. Так получилось, что контркубы не справляются со своей задачей. Биан один, однозначно, почему-то его нету, а он должен быть, потому что он дровает карты. Кучу крепких защит тоже бы заменить на что-нибудь. Выдержка в следующем действии. Вот, кстати, неплохая штука вроде бы. Еще здесь бы какой-нибудь блок, который дает... Манну восстанавливает. Я помню, такой только один. А, ну вот этот вот восстанавливает свет. Тогда вместо... Ну не, энергетический щит мне нравится. Вместо еще одного змеиного барьера, наверное. Вот так вот. Ой, не так. Вот так вот. Так, все. Хорошо, здесь мы пофиксили. Ключевая страница следующая. Сяо. Наверное, Сяо одна из самых сильных у нас. Мы, кстати, фиксили немного, нет? По энергии проседали. Вроде нет. Яй хорошо подходит на босс-файты. А, Николай, куда же без Николая? Николай вообще красавчик. Скоро конец руины? Да, кстати, можно об этом название стрима написать. Хокма, книг тишины, поехали. Whatever the fuck you are. Возможно, есть еще много того, что мы раньше не видели. Часы Витькасы. Что это значит? Цена тишины. Что он и пытается сказать? Что течет, то не остановить, не так ли? Воля судьбы. Копирует количество костей скорости, значение скорости и сопротивление библиотекарям, боевые страницы, которым играл этот библиотекарь, которым играл этот библиотекарь в этом действии, будут сыграны этим персонажем в следующем. Интересно. Какого конкретно библиотекаря? Так, все библиотекари теряют 25% от максимального ОЗ в следующем действии, снимают ограничения по времени. Чё? Ясно. Ага.
Текущее время не может быть целью. Ну да, у Хохма, как всегда, что в в Лоботомке было отсутствие остановки времени, что здесь. И может быть целью. Каждое действие игроку дается 30 секунд до начала боевой фазы. На выбор боевых страниц в начале действия дает союзникам следующее. Получает плюс 3 мощи в столкновении. Получает 3 мощи при односторонних атаках. Жестко. Накапливаемое время в начале сцены. Спавнит Remnant of Time. Это вот это, да, остаток времени. Если все 4 уже существуют, один с самым маленьким количеством хп заменяется, все библиотекари получают урон. Неостановимое время. Если 12 остатков времени были побеждены в течение 12 действий, становится... 12 надо их убить, нихера себе. Спойлер страницу массовой, да ты охренел, цена тишины в начале действия дает в руки всех библиотекарей копию тишины. Да что такое это ваша тишина? Что там хп теряет? Этот не бьет, интересно. Время где-то видно, оно где-то течет или нет? Интересный факт, это аномалия мод. В оригинальной игре она была только на стадии разработки. Потом ее убрали, оставив возможность подключать по желанию. Ну, забавно. Отвратительная аномалия. Ну, не аномалия, ладно, отвратительное сражение. Так, время. Хорошо. Новый заспавнился. Ой, я нихера не вижу, куда что летит. Тишина не нужна. Задровывать страницу. Здесь. Давай контркубы скромсать. Здесь. Так вот, допустим. И спасибо за рейд, кто там. Поехали. А, вон, наверное, часы, да? Нацами, спасибо большое за рейд. Мы тут библиотечку продолжаем. Спасибо большое, рад видеть. Блин, ну сейчас-то это довольно легко, но реализация потом будет жесткой. Ну, наверное, легко. Не так уж прям легко, но... При блоке наносит противнику в качестве физического урона половину значения кости блока. Добавно. 250 follow и ББ. Плюс 250 ББ. Конечно, конечно. Спасибо большое. За рейд, рад всех видеть, забирайте рогалики, все равно библиотека вам не интересна, кто бы сомневался. А, хотя игруха на самом деле реально топовая. Наносит на 24 больше урона при односторонней атаке, в столкновении наносит на 3-6 меньше. При этом кости блока получают 1-3 мощи, нихера себе. Наносит и получает вдвое больше урона по выносливости при блоке. Уф. Вот это вот Николаю дать, вот это, или вот это, или вот это. Противнику в качестве физического урона половину. Ну, если вот это вот. Это не Николай был. А что, типа, время все еще идет? А почему? Потому что я никого не выбил? Нет, с нуля все равно началось. Масуха бы бахнуть, да? Блин, не еще и копируют наши атаки, отвратительно. Надо будет этот этап масухами, наверное, проходить. Что если они скопируют масухи? Я не успею раскидать атаки, да, тогда? Жестко, однако. О, найс, ну уклонялся. Так, а может вы все-таки вылетите?
Блин, где там Николай? Да. Какие одеяния вы мне выдали? Ты Сяо сейчас. Блин, они, наверное, тишину юзают при использовании быстрых атак. Или что-нибудь такое, да? Из-за этого мы теряем макс хп. Я что-то сомневаюсь, что мы особо здесь сильно проигрываем, да? Возможно, просто тишина. Да, я вчера закончил реализацию с птичками. Почему у Сяо какие-то глаза? Ясно, это, короче, баф просто-напросто. Еще не успеваешь смотреть, что тут за атаки. Идут бурю эмоций куда-нибудь. А сюда, например. Глушили сразу же. Угу. Окей. Да, тяжко. Да, тяжко. Маркуса потеряли. Сколько их еще? 6 надо оставить, что ли? А, все, их я не убил одного, и они все получили урон. Очень жестко. Хорошо. Режим спидрана отвратительно. Так. Блин, защитный бл... этот защитная стойка, надо слышовую срочно переходить. Клон раз, клон два. Угу. Здесь так, и восстановление маны, здесь эмоции и восстановление маны. Успел более-менее неплохих атак раскидать, только вот... Сблочится он, видимо, нормально так, да? Хотя не, мы его сейчас, походу, выбьем. Их надо прям каждый ход по одному убивать, и не будет проблем. Угу. Думаю, урок в том, что не надо тратить свое время. Если бы можно было еще страницы посмотреть заранее, продумать, что я буду делать. Атакам. Давай карту дровать здесь. Скромсать и командование, допустим. Кажется, мы все атаки не сделаем. У вас появился новый подписчик на Бусти. Черепашка подписалась только что на Boost. Спасибо большое, черепашка. Алерта, к сожалению, не было, но бывает. Такое, больше урона при односторонней атаке. В столкновении наносит на 3-6 меньше урона, но при этом кости блок получают 1-3 мощь. Наверное, тебе, как обычно, Николай должен это делать, да? Все, мана закончилась. Плохо, кромсать. Ради маны. Концентрация, нужно энергию бахнуть однозначно.
и восстановить стамину здесь в начале клона, потом. Атаку здесь можно Биг Си и кромсать. Сойдет, сойдет. Клоны выиграли. Здесь все должны выиграть. Угу. Ну, на самом деле, на реализации это будет уже не так сложно, потому что у нас будет максимальная... ну, надеюсь, будет максимальный уровень энергии, я просто буду закидывать по одному юниту. А возможно, они там появятся много одновременно, и будет проблема. Но если ты получаешь двое больше урона по выносливости при блоке. Физический урон при блоке. Здесь сейчас можно подблочить, короче, если нормальная цифра прокнет. Да, имбианом блочим. Кохма сейчас левел качнет, да, поэтому энергию восстанавливать не обязательно здесь. Допустим, так и так. Здесь внутренний пыл и воля города есть. Да чё получит, он проиграл, блин. Ну получить-то получит, но как он проиграл, я не понял. А вот это уже проблема. Ухи эмоции. Здесь. Давай так. И, допустим, устранение поля города обязательно. Здесь тут ничего нету, энергетический щит и кнопку П. Блин, проигрывает, капец. Хорошо, этого выбили. Блин, встан, отлично. Все урон получили. А в какой он ситуации получает все урон? Еще раз. Или кто-то у нас нулевку юзнул? Наверное, да. Ну ладно. И время останавливается, типа, на один ход. Снимает ограничение по времени в следующем действии. Ясно, все, окей. То есть можно сейчас раскидать нормальные обилки. Я понял. Давай сюда заряд. Здесь, наверное, конвертацию энергии, чтобы... Чите маны не особо нужна. Итак... Стремительных порезов бахнуть, если повезет. Ты, наверное, копишь сейчас. Ну или так. Здесь что у нас? Урон дубиной. Давай попробуем дробящую стойку перейти. Остановить выносливость. Помню. О, здесь масуха будет. На всякий случай еще сюда нулевку бахнуть, да?
Сколько еще 7 их надо убить? Капец просто. Отлично, оглушил. Угу, и односторонними кубами. Спасибо. Лес геймченджер, но ее нужно юзать аккуратно, ибо страдает тот, кто использовал. Ну, все страдают, да. 4 куба, нихера себе, тебе немного. Только ж не было у них. Они все сильнее и сильнее с каждым ходом, что ли? А, он же копирует количество кубов у чего-то там. Течение сопротивления библиотекаря. Боевые страницы, которые я играл в этом действии, будут сыграны. Угу. Ладно. Да блин. Там чё, слэш урон. А пятерочку возьмем, сыграем, допустим. Не успел чуть-чуть прям. Угу. По майку. Все копирует кого-то одного библиотекаря. Получает три мощи столкновения. А вот что они еще такие сильные? Играл блоком, один из сильнейших блоков. Все, здесь проиграли, жалко. Достанили, все нормально. Хорошо. Лучше, конечно, блочить их блок кубами. Это да, есть такое. 4 осталось, да? Здесь потихоньку горит, кстати. Воля города, атака, пылкий нрав. Прокликал, прокликал. Да, тема их прям блочить этими атаками, блоками. Здесь так-то они неплохие. Дарчики. Николай-то отлично подблочивает. Оп, оп. Да, Николай здесь очень пригодится в этом прохождении. Вся суть этажа в блок-кубах. Да, типа, я... Это еще было заметно на глазах, да. Поэтому... Я говорю, главное, чтобы на самом боссе они точно так же не появлялись. Ау. Ладно. Чтобы они точно так же не появлялись все вместе одновременно. Типа, это же будет сражение либо с Роландом, либо с Анджелой. Most likely Роланд.
Возможно, не добьем. Не, добили. Когда там босс закончится? Ну вот один, все, последний остался. О, вся обилочка. Ага. Попслэшим. Вся еще эту мощную успели бахнуть. Фух, я так спешил, даже запыхался. Да, блин, сяо это тян. Хорошо, цена тишины пройдена. Анжела. Анжела, время, проведенное тобой в одиночестве, неизмеримо. От корпорации L до библиотеки. Так и тобой, как и тобой, Бенджамин. Истинно ли то, что я и Бенджамин до сих пор один и тот же человек? Считаешь ли ты осколки воспоминаний из прошлого чем-то важным? Ты стал резок в своих словах. Быть может, ты и впрямь изменился, отправив своего великого и прекрасного светоча в столб света и провалив исполнение его невероятного плана. Все, что у меня теперь осталось, это ярость. Наши прошлые личности и характеры до сих пор формируют нас. Однако это всего лишь форма, в которую нас призвали. Теперь эта форма содержит в себе наш повседневный опыт в этом месте. Я не жду, что ты когда-нибудь поймешь пережитый мной круговорот страданий, но ты точно помнишь сюжет и то, что мы смогли дойти до его финала. Вот так ведь? Вероятно. Все-таки ты завершаешь наши воспоминания при помощи книг. Увы, сефиры, живущие здесь, это сефиры, а не первоначальные личности. Полагаю, так или иначе, они все еще ощутят это. Ведь хоть и без сомнения, сейчас они не отличаются от прошлых самих себя. Их не покидает ощущение, что когда-то они были совсем другими, или сны об этом. Анжела, что стало с другими филиалами корпорации Лоботомия? Вероятно, запечатаны под землей, как того требовала процедура отключения. И что произошло с находящимися там сотрудниками и аномалиями? Думаю, кто-то смог выжить, а кому-то судьба не захотела улыбаться. Ты позволила жадности взять вверх и отказалась от всех своих обязанностей. Библиотека ничем не отличается от корпорации L. Тот факт, что ты заправляешь этим местом, точно так же, как раньше, говорит о многом. Все, чем я могла заниматься и изучать последними миллион лет в том подземелье, как только то, так только то, сколькими способами можно истязать людей. Подождите, я правильно понял, были и другие лаборатории у лоботомки? Даже если бы я захотел, у меня не было другого выбора. И поэтому ты задействуешь аномалии и эго, ты указываешь библиотекарям нацеплять на себя оболочки чужих эго, чтобы еще сильнее усугубить их эмоциональное состояние. Мне требуется напомнить тебе, что необходимо всего лишь принимать гостей, которые в свою очередь сами вызываются прийти сюда. Ты искренне желаешь сбежать от прошлого, а еще пытаешься освободиться, как и я. Я всего лишь использую доступные мне ресурсы. И раз Айн когда-то использовал тебя, то это честно, что я делаю то же самое. Даже не спросив согласия, он вытащил тебя с того света и заставил тебя выносить циклы боли. Для него вы все были не более чем марионетками, выступающими на сцене ему на потеху. Я тоже была рождена из-за его безответственных действий. Как ты можешь мириться со всем этим, будто ничего и не было, Хокма? Дело не в том, были ли его действия допустимыми или нет, я решил принять их. И мне судить деяния моего наставника. Как глупо. Как ты вообще дошел до этого, ты... Чего замолчала? Забудь. Возможно, все это потому, что у меня была вера, Анджела. Эта же вера заставила мне дать тебе шанс. Какое разочарование, что ты, что Айн, безумца. Уж ты-то без сомнения. Ты не тот Бенджамин, которого я знала. Бенджамин, он был единственным, кто был достаточно добр, чтобы сказать, что нет ничего плохого в том, что я не человек.
Ты права, тот, кто стоит перед тобой сейчас, это Хокма, а не Бенджамин. Еще Анжела. Я не так уж отличаюсь от Бенджамина, для меня не важно, человек ты или нет. Почему бы тебе не вернуться к сортировке книг? Окей, третий левел, новая страница аномалий. Каждое действие игроку дается 30 секунд до начала боевой фазы для того, чтобы выбрать боевую страницу, увеличивает мощь всех костей библиотекарей на 1-2. Жестко, но... То есть... Каждая 13-я боевая страница, которую играет библиотекарь, получает 12 мощи, исключая страницы при розыгрыше. Кости на странице также получают следующий эффект при ударе, наносит доп. Урон, равный значению кости от максимального за цель. Дает в руку страницу тишина, стоимость 0. При розыгрыше получает 15% максимального. Позов в качестве урона, все остальные персонажи теряют 5 скорости. Дает в руку страницу ускорения, стоимость 0. Получает 10 урона, получает 5 скорости. Также включает скоду в начале последующего. Да. Интересный баф, но баф-то неплохой. Ничего себе, Ницах хочет поговорить. Что за мысли могут прийти в опьяненную одиночеством голову? Похоже, ты не в настроении для разговора. Я сейчас не в духе для задушевных разговоров. Тебя тяготит то, что твое одиночество потревожили, или же опоясывающие тебя кандалы прошлого? То и другое. Мне претит и то, и другое. Я отказывал себе во всем, что тогда, что сейчас. Но иногда я не отказываюсь выпить с кем-нибудь. Полагаю, я не в числе этих кем-то. Я просто хочу сказать, что не отказываюсь пообщаться. Ты вроде не кусаешься, но из вежливости спрошу. Хочешь выпить? Ты ведь и так знаешь ответ. Как ты и ожидал, я не имею желания напиться. Тогда чего пришел, тут не на что глядеть. Скажем, я решил посетить всех и поздороваться. Ты изменился. Очевидно же, что я переменился, ведь никто не остается неизменным. Да, к слову, пожалуй, большинство смотрителей библиотеки уже вернули все свои воспоминания и приняли свое решение, а ты? Не знаю, меня страшит одно то, что придется принять какое-либо решение, если бы я принял неправильное. То был бы без понятия, что делать, никто не может принимать лишь верное решение, мы можем только верить в то, что сделали правильный выбор. Такова истина, подобная вере. Принятое решение, то, где ты сейчас, все, что увидел, услышал, ощутил, прокладывает тебе путь к истине. Следует верить в то, что ты идешь по верному пути. Спасибо за добрые слова, что бы они ни значили. Мне слишком сложно вникнуть во все, что ты сказал, как обычно. Так ты принял свое решение? Может, решил, может, нет. Возможно, я выскажусь, когда остальные что-нибудь решат. Полагаю, я уже и так потратил достаточно своего времени. Это была короткая, но приятная беседа. Еще один диалог. Эй, Ницах, нам тут стало интересно. О, тут и Гибура с Роландом. Что это вы тут все делаете? Выпивают? Очевидно же, прохлаждаются. А это еще что, алкоголь? Соберитесь, только посмотрите, что вы пьяницы тут сотворили. Да, Роу, теперь это. Я не в настроении отвечать тебе. Уверен, Анжела этому не обрадуется, когда узнает, да? Ага, в прошлый раз она нас в книгу засунула. Я мило беседовала с Ницахом, как вдруг ввалился этот черный пиджак. О-хо-хо, я сюда просто выпить зашел. Ну да ладно, чё это вы тут все вместе собрались? Сколько на этот этаж народ сбежалось? Да ты звезданец. Я бы никогда не пришла сюда, чтобы пить, особенно вместе с Ницахом. Я тут, потому что Тиферет хотела о чем-то спросить. Ну так спрашивайте и уходите. В твоем состоянии ты ничего связанного не скажешь, забудь, я в другой раз спрошу. Боже, все пропахло алкоголем, хватит только пить, а то и книги вонять начнут. Больно. Хватит бить. Эх, о нет, Гибура, здесь нельзя курить, ты мешаешь остальным библиотекарям. Кассет прав, курить на кипе книг — это плохая идея. Тут же полно дерева. Не знаю, горят ли здешние книги, но все равно так нельзя. Хорошо. Она сказала, хорошо. Только что. 13-й удар, если кость цифрой 10, например, выпала, то минус 10 макс ХПС, да? Ну ок. Похоже, она слушается Тиф лучше, чем тебя. Я уже привык. Эй, мы не так часто собираемся вместе, почему нам не выпить перед уходом? О, какой ты надоедливый, да я ни за что на свете никогда не выпью с тобой. Только я начала к тебе привыкать, и вот я снова на тебя злюсь. Может, твоя замена и правда была бы лучшим выбором. Блин, жестоко. Не принимай близко к сердцу, нет, сэ? Она не это хотела сказать. У нас остались недоделанные дела, спасибо за предложение, но нет. Ваше разглагольство
меня с нижнего этажа слышно. Что за шум? Да ничего такого, просто укрепляем наши узы. Тогда почему повсюду валяются пивные банки? Ха-ха, что вы тут делаете? Попросил меня отыскать нужную ему книгу. Я решил, что книга «Это же языковедение» станет хорошим вспомогательным материалом, так что мы направились туда. А вот как, пора мне идти. Спасибо за випку, Ницах. Твоя история была интересной. Ну, Ясот, что за книга тебе нужна? В этот раз нас не отругали. О, я бы на это поглядела. Следующая книга «Голубая звезда». Новых сотрудников нету. Да, блоки здесь сильно так нужны. Конечно. Именно мощь рубящего урона, не кости с рубящим уроном. За 4. Или перевод неправильный. Ну, не важно. Здесь супер сильно нужны защитные блоки, да, защитные кубы. Может слезу переделать, да, в защитку ее. Сяо можно ничего не добавить в теории. Такого блокательного, опять же, тот же Биан. Биан здесь на всех прям неплохо выглядит. Вместо крепкой защиты. Крепкая защита офигенная. Я здесь ничего менять не хочу. Хочу ли я что-то Николаю поменять? 3 восстановки энергии, блоки, заряды, защиты. Может быть, полную готовность уже минусануть. Я люблю его жахать. В принципе. Мультиблок. Забавно. Я могу это сюда запихнуть в Николая, да? Биан сильнее. Может, Лериголь убрать? Отдать его в Сяо, например. Я его супер редко юзаю на Николая. Мне прям что-то не, как будто некогда его юзать. Можешь сюда запихнуть Лериголь. Вот умерщвление тоже постоянно только мешает. Не, оно будет мешаться. Умерщвление вообще уже слабенькое и не нравится мне. Я бы, может быть, сюда вернул все-таки от шляпы Кима, лучше уступая свою плоть. Дает забрать все кости. Пускай будет один контркуб мощный у нее. Ну, если я буду, конечно, проигрывать этот куб. Мне нужен один человек с блоком. Распределить карты аномально на всех библиотекарей. Это ничего не даст. Не, это понятно, что я не буду распределять. Я говорю, я хочу Лериголь здесь убрать. Нужна карта, усиливающая мощь слэш-атак. Принц? Двойка которая? Сяо как раз. Ой, Сяо, как ее? Вот это вот. На это действие. В принципе, может быть. Может быть. Еще и уклончик есть, что тоже звучит неплохо. Так вот, сюда я добавлю тройку, вот этот блок крутой с контркубами, где он там. Вот этот. Лериголь реально здесь неплохо, наверное, зайдет. Только в какую из колод? Очевидно, либо пронзающая, либо вот это вот убрал.
ну, здесь, например, да. Пронзающую давайте. Допустим. Не забывать бы об этом. Так, ладно, Хокма, что у тебя здесь дальше? Голубая звезда, поехали. Что-то знакомое как будто. Здесь и снаружи повсюду есть фанатики. Вздох, с ней нелегко будет, блин. Если наша вера в определенную вещь достаточно сильна, то ваш разум не поддастся любым искушениям. Я могу слышать звук звезды, если специальная боевая... Использует специальную боевую страницу в действии, в котором храм голубой звезды использует страницу массовой атаки. Если выносливость персонажа 40 и меньше, вместо использования страниц приводит персонажа к самоуничтожению. Угу. Страдальца. Если на сцене в конце действия менее 4 поклоняющихся, является еще один поклоняющийся. Святейшество не может быть целью, иммунитет к статусным недугам. Начиная с третьего действия, храм голубой звезды начинает использовать массу. Каждые три действия. Если персонаж оглушен, убивает его и теряет 10% от макс хп. Если персонаж вот этот оглушен, да, ясно. Любой, в принципе. Наверное, наш тоже. Голубой проблеск надежды. Если поклоняющийся умирает, эффект в объятия звезды, и все библиотекари восстановят выносливость, и все поклоняющиеся получают урон по выносливости. Голубой блеск отчаяния. Если библиотекарь умирает, от эффекта в объятия звезды, все поклоняющиеся восстановят выносливость. Поклоняющийся умирает. Эффект в объятия звезды. Понял, ладно, поехали. Ну да, их надо по выносливости убивать, поэтому Николай опять же со своими блоками прям супер заходит, да? Хм. Тут можно, кстати, не все блочить, можно защитный барьер захреначить. Просто-напросто, да? Вот три паралича звучит неприятно. Пятерку, наверное, вот эту вот попробуем забрать на себя. Угу. Всем добрый день, дорогу гагашеньки. Попробуем все отблочить одним блоком каким-нибудь, да, допустим. Так, хорошо. Синергию восстанавливаем, соответственно, вернее, карты в основном дроваем. Так, тут нужны клоны. Вот сюда клона. Что-то еще сюда летит. Вот это так, а, и вот сюда клоны, отлично. Здесь. О, слышу, урон вообще суперский. Волю города и... Ой, ну вот эти вот две, короче. Отлично, и... Он больше ничего не может сделать. Эхлем. Выиграли, хорошо. О, одним контркубом все сблочили, восхитительно. Не зря эту карту поставили. Все-таки она на нем очень хороша, у него там плюс один к защитному кубику. Здесь проиграли клона, к сожалению, здесь... Ну, выиграли более-менее. Угу, второй контркубик. Резист, смотри. А я видел, что у них там... А, у каждого свой собственный резист, понял. Хорошо, да, это я не обратил немножко внимания. Значит, здесь слэшем сюда. И здесь еще одним, блин, и клоном, например. И клоном вот сюда. Так, здесь еще слышовый, о, пронзающий, можно переключиться на пронзающую стойку, и немножечко вот так вот пофайнится, да? Блин, здесь атака идет, ну последний блок останется от шестерки, или не останется. Сейчас, минуту. Так, и вот так, если это вообще имеет значение. Здесь, в принципе, можно засунуть нож, вытянуть страничку.
и восстановить свет. Выиграем. Мне кажется, что выиграем легко вот эти вот эту атаку здесь. Здесь я ничего не могу сделать, кроме как поклашить тут, например. Это будем блочить, наверное, да? Бианом. Сколько у меня энергии? Вообще нет энергии, да? Плохо. Ну и так попробуем тогда. Ход. Играли второй атакой, что в целом не удивительно. Чубок не сработал. Эл. Угу. Так, при блоке наносит физурон или наносит и получает больше урона по выносливости при блоке. Ну, давай забафаем Николая. Масуха, да, сейчас пойдет, наверное. 10% хп минус. Массовая суммация 20. Все союзники восстановят 10 выносливости при... Ага, и эти штуки начали делать какие-то действительно особые атаки. Услышите звук звезды. При ударе персонаж умирает, меняет устойчивость и выносливость цели в критический, на критический в следующем действии. Меняет устойчивость на критический. Понял. Ну, пока выглядит, ну, не супер прям страшно. Я бы сказал. Да, вот эта тройка можно здесь забрать. Почему бы и нет? Пятерочка. Ну, тут других вариантов нету. Есть у кого-то слышовые резисты слабенькие? Нету. Допустим, все равно тогда так. И карту задровать. Не, можно слэш-атаки качнуть. Здесь, кстати. А. Никуда не заберу эту атаку, да? Командование все-таки, чтобы... Куда бьет? Сюда. И этот сюда. Как так получилось, что... Какую эмоцию взял? Один уровень. Масухой ударить. Не помню, надо ли их добивать. Да не, а у не, по ним не получается добивать их. Ну, 3-10 против 12-12 никак не выиграет. 4-8 тоже. А этот персонаж умирает, меняет устойчивость. Ну, а давай пыл тогда. Блин, пыл не выиграет. Да и здесь может проиграть в теории. Ну, ладно, давай так. И волю города куда-нибудь. Что тут по слэш-урону у нас? В принципе, без разницы, да? Здесь волю предписаний или реголь. Штуки летят. А почему я тогда не блочусь просто-напросто вот в эту вот атаку? Музыка, блин, еще пропала. Жуть какая. А в слэш стойку переключиться, чтобы бонусов побольше было. Не могу, жаль. Ты можешь не выиграть, потому что тут контр-куб. Куб, кстати, может тут выиграть все нахер. 9-20, небесное копье, не вряд ли. Карта задровывать или энергию восстановить.
Давай карты задроваем. Так, здесь еще что-то есть. Тоже плюс энергию. О, семеркой можно, кстати, вот сюда вот сблочить. И нормально, поехали. 24, ну все, выиграли. Звезда, отлично. Ау. Ау. Все, сейчас резисты изменится, это грустно. Музыка нагнетающая, да, вообще. Это эмбиент, отсутствие музыки скорее. Физический урон половина значения от блока. А здесь физический урон же бесполезен. Каждая 13, которая играет в библиотекарь, получает мощь. Кости на странице также получает следующий эффект. Наносит доп. Урон равный. Значение максимального за цели. Все бесполезно. Вам пофиг. Так, у тебя резисты плохие очень. И все бьют практически вся, конечно же, что очевидно в данной ситуации. Так, ну здесь Хокма должен... Так, слышовые. Слышовые это ты, да, у нас? Ага, но надо, блин, двойка никого не пересилить особо. Карту-то задровываем. Так, ладно, здесь сейчас разберемся. Надо тут вначале понять, что как. Блин, тут двое с этим резистом, поэтому я не хочу с этой стойки уходить, в принципе. Так сделаем. Так, нет, вначале... еще одна отличная идея. Так. Так, конечно же, искрам сайт, но тут уже надо просто бить. Например, сюда. Что тут у нас? Как дела? Пятерочкой можно забрать что угодно. Вот это. Ротация энергии для задрова. Наверное, надо вот в эту. Вот в этот куб. И остается только вот тут еще какие-то односторонние летят. Но тут контркуб будет. А здесь... Можно попробовать фронтовую атаку. Вряд ли выиграет, но мало ли. Хоп. А, так тут уже станчик пошел. Хорошо. А, звезда выглядит не очень сильной. Блин, проиграл еще каким-то образом. Еее, уклонение, класс. Дает в руку страница тишина, стоимость 0. Получает при использовании... скорости и остальные. Ну и говно, конечно. И тебе, допустим, без разницы. Что, музыка сейчас замолчит опять? А сколько же будет? А, нет, еще рано. Шестерых встанет нужно, да? Ну и говно, остальные персонажи. Враги, наверное. Не враги. Блин, здесь блантухи-то нет, нифига.
еще у тебя барьер. Угу. Как бы перенаправить на себя еще кучу других вов. Первый раз надо встанет с одной бантухой какой-нибудь. Потому что у нас их нету, да? Так, сюда летит две атаки, да, и все это, конечно же, сблочится этим контркубом. Хорошо, и надо еще, да, например, забрать. Сделать так. И... Так, так. Терку попробуем контркубом подблочить. Наверное, да. Блин, сюда никто не бьет, а здесь... Так, а что там? Использует специальную боевую страницу действия, в котором храм звезды использует страницу массовой. Если выносились ниже 40, вместо использования страницы приводит персонажа к самоуничтожению. О, класс. Здесь, в принципе, можно не трогать, наверное. If I got it right. Ой, как контркубик там блокирует. Как блокирует. О май. Так, ну этого в помойку с лэш-уроном, соответственно. Угу. Минус 3 поклоняющихся звезде сейчас, да? Если я правильно понял. А, он... Стоп. Э? Мы его контркубами застанили. И вот они воскресли. Блин. Здесь надо их на 40 держать каким-то образом. Ладно, масуха так масуха. Машуха, машуха. Слэш-стойка. В слэш-стойке, в принципе... Что делаем? Да можно вот этой штукой куда-нибудь бахнуть. Давай сюда. Еще сюда летит. Давай вот так. Восстанавливать ли ману? Да, однозначно. Здесь какой-нибудь Биан. Блин, Биан выглядит не так уж сильно сейчас, если честно. Мерочкой здесь забираем. Но на нем он нужен, чтобы были... Так, все, масухи все блочатся. А, искромсать что-нибудь типа того. Угу. Куда-то еще атаки летят? Нет, вроде все заблочили. Найс! 23, 55, 18. О, Николай не выиграл. Это очень плохо, потому что он там должен был юзнуть эту страничку. Теперь ему придется на одних контркубах блочиться. Не стоит доводить до 40%, ибо они самоуничтожаются. Самоуничтожение — это жесткая карта. А, я думал, самоуничтожение — это просто он, типа, до нуля падает и все. Не знаю, ладно, может быть. Может быть, я эту карту не видел? Нет? А, не, подожди, это же которая 12-12. Наверное, это она и была, я один раз ее увидел. А, да, видимо, я видел один разочек. Так, ну у меня тут слышовый опять дамаг, да? Здесь миллион карт. Миллион маны. Так, ну почти выиграли, все, типа, добить, и все нормально. Бикси сюда. Дальше. Вот это было чем так. Вон тухи что-то не хватает, да? Летит, да? О-о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 -
Слышовый, да. Слышовый. Бантуха сюда ударить. Блин, может масуха еще ударить? Ну да, смысл, че на них от горения ничего не делает, да? Че-нибудь типа того? Я не знаю, правда. Для фана и понимания карт можешь еще поюзать тишиной и ускорение, походу уже не успею. А может они мгновенно юзаются? То есть вход, хотя там 5 блоков нарисовано. Ой, как науклонялся, хорошо. Уклонялась Демина, да? Ей, Виктори, да, не поюзали те атаки, ну ладно. Парам-парам-парам-пам, диалоги будут? Будут. Я рассчитывал, что ты будешь появляться здесь реже. Я не ждала, что мои визиты будут тебе в радость. Ты можешь думать обо всем, чем хочешь. Итак, зачем ты здесь? Я кое о чем хотела бы узнать, Хокма. Есть что-то, о чем не осведомлена руководитель библиотеки? Что же это может быть? Я хочу узнать твои мысли об этом месте. Здесь ради мелкого совета? И не стану требовать, если ты не хочешь отвечать. На мой взгляд, это чистилище. Для тебя это место не настоящий ад. В тот момент, когда гость подписывает приглашение и вступает на порог этого места, его расщепляют и копируют. В этом месте все хитросплетения их жизни распутываются и заключаются в книге. И хотя они находят здесь свой конец, нельзя сказать, что они действительно умирают. Ведь это место сродни виртуальному пространству, где все смоделировано. Ты так это знаешь. Они просто погружаются в вечный сон, утрачивая память и знания. Анджела, почему ты не отпускаешь их? Судьба гостей еще не определена, и я полагаю, все это потому, что ты до сих пор колеблешься. Интересно, почему я не могу их отпустить? Почему колеблюсь? Все здесь сделаны из света, включая меня. Все, потому что мы не можем покинуть библиотеку, мы банально не способны существовать вне этого места, и я хочу убрать это ограничение. Все мы здесь можем получить новую жизнь, либо мы все можем погибнуть, третьего не дано. Ты хоть задумывалась, что тяжесть этих двух крайностей слишком велика? Даже не знаю, тем не менее, я выбрал этот путь, поэтому решил увидеть то, что будет в конце. Возможно ли путешествовать по этому бесконечному пространству и не потеряться? Где те книги, которые важны, где та книга, которая нужна мне больше всего? Правда ли мне нужна эта книга? Существует ли она вообще? В полном вакууме жизни единственный компас, что не подведет тебя, это вера. Без веры ты ничего не достигнешь, даже выбрав верный путь. Ведь ты не знаешь, что за опасности могут тебя ждать. Именно. И у каждого человека свой взгляд на то, какой должна быть та единственная идеальная книга, которая должна где-то существовать. Твоя вера в нее все так же нерушима. Возможно. Когда ты только начала свое путешествие, в тебе было больше уверенности. Что такое? Я не знаю, и да, я даже не уверена, знаю ли я сейчас, кто я есть. Ты веришь в то, что она существует, Хокма? Мое мнение не имеет значения. Наверное, нет. Анжела, вера — это суть религии. Та единственная книга существует из-за нерушимой веры в ее существование. Когда эта вера исчезнет, то же происходит и с библиотекой. Она существует, потому что я верю в это. Очевидно, что каждый верит в своей мере. Например, безумец всегда считает... Всегда будет считать свою веру истиной, и неважно, что ему говорят другие. Вот... Только дело не в том, что кто-то верит в существование чего-то. Сама вера заставляет это что-то существовать. Сильно. И когда вера пропадает, в большинстве случаев их душа умирает. Вещи, которым больше нет причины существовать, так как люди больше не верят в них, тоже исчезнут. Однако твоя же вера до сих пор сильна. Ты верила в сэра Айна так же, как и я. И даже когда твоя вера была предана, ты решила начать все заново, уже сама.
Возможно, твое желание не ограничилось лишь освобождением, сдается мне, ты желаешь того, чтобы все библиотекари, даже аномалии, встали на свой собственный путь. Они вечно выступали на поддельной сцене. Чтобы они смогли жить по-настоящему свободными, не отдавая своей жизни в руки Кармен, Айна и кого-либо еще. После всего, что было, ты весьма снисходителен ко мне. Это тебе решать. Иронично, не правда ли, сэр Айн и я легкомысленно создали тебя и вдохнули жизнь? А теперь ты легкомысленно пытаешься вдохнуть жизнь в нас. Говоришь, что хочешь, но ты все еще пытаешься меня остановить. Это зависит от твоего решения. А пока я доверюсь тебе и буду смиренно ждать. А? Я пойду. Левел 4. Пятый и последний библиотекарь. Это же... Мученик в течение этого действия на 4-6 урона по выносливости, но также получает 1-3 после успешной атаки. Страница также включается в колоду в начале последующих актов. Если какой-либо персонаж оглушен в начале действия, он получает 3-7 урона, и все союзники получают одно усиление в течение действия. Несколько оглушенных персонажей не дают увеличенное количество усилий. И это двойка. Рили. В течение этого действия все союзники наносят на 2-4 больше урона по выносливости. После этого эффект этой страницы активируется каждые 3. Класс. Кто хочет к Хокме, да, перед реализацией. Последний эпизод этажа религии. Я хочу к деду. Квизик. First come, first serve. Та-ра-ра-ра. Я бы даже ничего не менял, кстати, выглядит отлично для Хокме. Чем бы и нет. Звучит как теория того ученого из платинового предела, который утверждал, что некая сущность X, которую зовут Богом, существует только потому, что в нее верят. Это же примерно так и есть. Так, кого последним берем в эту пачку? Может быть, кого-нибудь с ренжовыми страницами, а? Опять яя взять ради дыма. Честно говоря, я не уверен в дыме на данный момент. Ну, яя это еще и уклонение, что круто. Тут не совсем... Не совсем тот этаж для уклонений, да? Может, какой-нибудь реально оранжевого Рудольфа просто взять. Рудольф классный. Кстати, а откуда на Киме стоит плюс... Сейчас, это не Ким. Откуда на Киме плюс две дополнительные страницы, готовность к сражению? Это Сейо. У нас нету таких больше, две до боевых страницы. Сейо. Я бы очень хотел такую вот сюда на этого запихнуть. Сейчас, минуту. Сейо это где-то тут. Полтер. Зулудина. Ольга Мика. Сан. Свай. Ну ведь было нарисовано городское бедствие. Или это кто-то из нейтральных приглашений? Так, что хотел проверить? Вот я хочу сюда двоечку добавить. Да не, какой нахрен Оливье сюда? Маляры? Кто-то неизвестный.
Алас, Далас, Бина, Бона. Корректировщики. Вообще уже всех этих ребят не помню. Wait, what? Неважно. Все, мне лень. Окей, ладно, хорошо. Аномалии у Хокмы зачистили. Команды вроде бы готовы. Поехали.